Сегодня мы уже откалибровали датчик пламени Siemens, который взяли, уже подобрали под него прошивку определенную. Также подключили два клапана газа, которые автоматически переключаются. Сегодня с ними проведем эксперимент и, соответственно, проверим, как отрабатывает лямбда-зонд. Данный опыт нам показывает, что переключаются датчики, не датчики, а клапаны, которые включают первый и второй газ. Также мы это можем увидеть, если, конечно, будет видно на индикаторе. Только крути вручную, открой другой клапан. Вот, у нас открылся один клапан, и теперь можно назад открыть второй. Он показывает один, либо второй. Показывает, какой из них работает.